Всем огромный привет! Я Анна Константинова. Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я покажу, как сделать удивительного дракона из фетра своими руками. Символ 2024. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Мягкий фетр нескольких ццветов толщиной 1 мм. Глиттерный фоамиран. Ножницы. Нитки для шитья, иголка, наполнитель для игрушек, декоративный шнур для подвеса, глазки диаметром 6 мм, контуры по ткани белый и черный, маленькая розочка из репсовой ленты, я их делаю сама, клей-пистолет и выкройка. Вырезала все детали по шаблону, крылья и рожки я вырезала из глиттерного фоамирана. Все остальное у меня из фетра. Первым делом я пришью белую деталь к основной верхней детали. Ее можно просто приклеить на клей-пистолет или пришить на швейной машинке. Я шью все вручную. Выкройка этого дракона платная. Цена небольшая, 200 рублей. Приобрести ее можно по электронной почте. Оплату можно произвести по номеру карты, которая будет в описании под видео. Просто напишите мне «хочу выкройку». Далее в этом же письме прикрепляете скриншот игрушки, на которую вы хотите получить выкройку, и чек. И отправляете мне письмо. А я в ответ присылаю вам выкройку. Обшила, завязываю два узелка с изнаночной стороны и обрезаю нитку. Далее прикладываю белую деталь снизу, вышиваю реснички и тем самым скрепляю две детали вместе, шью в две нитки. Кстати, вот эта белая деталь, она у меня идет только для фетровых игрушек. Если вы будете делать этого дракошу из фоамирана, то ее вырезать не нужно. Аналогичным образом вышиваю с другой стороны. Также приглашаю вас на свой канал в Дзен и группу ВКонтакте «Валяшки». Там вы найдете много всего интересного. Ссылки на них будут в описании. Также на этом этапе пришиваю голубые глазки. Я их обшиваю черными нитками. Шью в одну нитку, то есть имитирую радужку. Спасибо огромное всем спонсорам, которые поддерживают мой канал. Так я понимаю, что мое творчество вам нравится, и это мотивирует меня работать дальше. Еще такой момент. Когда вы мне пишете письмо с пометкой «хочу выкройку», пожалуйста, проверяйте правильность набора моего почтового ящика. Ошибки в одной букве приводят к тому, что я просто не получаю ваши письма. Я ежедневно проверяю свою почту и отвечаю на ваши письма. Поэтому, если кто-то не получил выкройку, напишите мне повторно на правильный почтовый ящик. Второй глаз обшиваю точно так же. Все подготовила, вот что у меня получилось. Беру декоративный шнур для подвеса, отрезаю 25 сантиметров, завязываю узелок, затем клею его к нижней детали тела. Крылья у меня будут двухсторонние, поэтому склеиваю две детали вместе. Накладываю одну деталь на другую и сшиваю тело обметочным швом. Глубина моих стежков 1 или 1,5 мм. В том месте, где ушки, прокалываю иглой, затем возвращаю ее на лицевую сторону. И пропускаю иглу через петельку. Прокалываю иглой, затем возвращаю на лицевую сторону. И пропускаю иглу через петельку. Когда шьете, следите за тем, чтобы швы с обратной стороны были тоже ровными и красивыми. Тело лучше наполнять постепенно, обшила большую часть, начинаю наполнять его наполнителем, холофайбером.
Хорошо распределяю его по нижним уголкам. Обшила и наполнила тело, завязываю два узелка. А теперь внимание, главный секрет невидимых узелков. Прокалываю иглой около узелков насквозь и вывожу в любом месте игрушки. Узелков вообще не видно. Основа готова, перехожу к мелким деталям. Далее накладываю одну деталь на другую и сшиваю нос обметочным швом. Если вам нужен вариант попроще, то нос и лапки можно сделать плоскими из глиттерного фоамирана. Тоже будет очень красиво. Все мелкие детали шьются одинаково, здесь так же, как и на теле, прячу узелки. Наполнила, теперь вышиваю улыбочку, шью в две нитки. Далее сшиваю лапку обметочным швом, оставляю маленькое отверстие, через которое наполняю ее наполнителем, после чего дошиваю отверстие до конца. Если вам нужен вариант попроще, то сделайте лапки плоскими из фоамирана, тоже будет очень красиво. Лапки шью в зеркальном отражении. Все подготовила, пора собирать нашего дракошу. Клею все мелкие детали на клей-пистолет. Клея наносите немного, чтобы он не вылез. Клею глазки на мордочку. Я использую глазки диаметром 6 мм. Украшать дракошу я буду ярким сочным лимончиком. Как сделать фурнитуру своими руками, я уже показывала. Ссылочка на этот мастер-класс будет в описании, а также в плейлисте «Символ 2024 года». Моя доченька очень любит мои игрушки, животных, и поэтому я уже не первый год украшаю елку фетровыми игрушками, символами года. И все, кто к нам приходит, всегда восхищаются нашей елочкой. А мои друзья и особенно дети всегда ждут в подарок от меня игрушки, сделанные своими руками. Пусть эти дракоши принесут только счастье, радость и здоровье в каждый дом. С наступающим вас Новым годом! Черным контуром по ткани рисую ноздри, а белым контуром расписываю крылья с двух сторон. В завершении своей работы решила украсить дракошу розочкой из репсовой ленты шириной 0,6 см.
Ссылка на этот мастер-класс также есть в описании. Вот такой классный, милый дракоша у меня получился. Детки от таких игрушек будут в восторге. А в одном из прошлых видео я показывала, как сделать этого дракошу из фоамирана. Переходите в плейлист «Символ 2024 года» и выбирайте то, что вам больше нравится. Друзья, если вам нравятся мои идеи, то ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях и до скорой встречи. Всем пока!